Всем большой привет! Сегодня приготовлю вот такой вот замечательный крем. По составу этот крем точно такой же, как и заварной, но готовится немножко по-другому. Этим кремом также можно наполнять эклеры, либо украшать кексы. Нам потребуется сливочное масло 200 грамм. Его нужно достать из холодильника примерно за 3-4 часа до начала приготовления. Крем будем варить на среднем огне. Как только масса загустела, варим 2 минутки и убираем с плиты. Крем нужно остудить до комнатной температуры, и когда крем остынет, можно начинать взбивать сливочное масло. Крем обязательно нужно накрыть пленкой, чтобы не образовалась корочка. Масло взбиваем на максимальной скорости. При желании можете добавить ванильный сахар. Когда масло посветлело и стало немного пышным, можно добавлять заварную часть крема по 2-3 столовые ложки. Чтобы все хорошо взбилось, очень важно, чтобы масло сливочное и заварная часть крема были одной температуры. Крем готов. Для смазывания коржей его можно использовать сразу. Но если вы хотите украшать торт, тогда крем нужно убрать в холодильник, чтобы он немного застыл. Этот крем я использовала для приготовления вот такого вот тортика. Крем получается на вкус очень вкусный и очень легкий. Крем я проверила, при комнатной температуре он не растекается и очень хорошо держит форму. Попробуйте приготовить такой крем и не забудьте написать свое мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. Всем пока-пока!